некорректно себя ведут. Меня в торговый центр не пустили позавчера. Не-не-не-не-не, иностранцам нельзя, иностранцам сюда нельзя. Это, знаете, напомнило мне. И собакам, и евреям вход запрещен. Так же сейчас я себя почувствовала. Иностранцам нельзя, все китайцы идут. А вот не-не-не-не-не, все, уходи, уходи, уходи. Иностранцам сюда нельзя. Они мне сказали, мне так обидно стало. Вот. Горчицу в носки, Марина, и чай. Да, домой приеду, сейчас имбирь куплю. И сейчас я лягу, горячую ванну приму. Что-то вот не нравится мне мое состояние. Любит крепкий алкоголь. А алкоголь, кстати, не очень хорошая. Это алкоголь вымывает очень важные витамины. А когда они вымываются, иммунитет падает. Он полностью вымывает витамин С. Это 100% я знаю. А мне еще какая-то подписчица писала, какой-то другой витамин тоже вымывает, оказывается, жестко алкоголь. А куда же ж нам без этих витаминов? Добрый день, Марина Тристановна. Сестру нашли? Нет, не нашли. Не нашли, это такая печальная история. Душа очень болит. Иногда, знаешь, вот лежу, когда вот ни на что не отвлекаюсь, как вспомню, и мне аж так, знаю, как зарыдаю, как будто вот... Но я не хочу этого делать, потому что как будто я его в мертвые уже записала. Я в это верить не хочу. Я хочу верить, что она где-то есть. Я очень в это хочу верить. Если сейчас, не дай бог, заболеете, вас будут проверять на коронавирус. Я сама могу купить тест и проверить себя. Это очень легко здесь. Вообще, я слышала, что тест заражает коронавирусом. Такое я тоже слышала. Не знаю, насколько это правда. Самый страшный рассадник. Вот пока можно дома лечиться, лучше дома лечиться, конечно. Говорят, что самый страшный рассадник – это больница. Что многие врачи болеют, их заставляют работать все равно. Одна вот из Испании женщина выступала, врач, ее вызвало начальство, и ей сказали: вы были в контакте с больным коронавирусом, инфицированным, и теперь по закону, ну, вообще вы должны уйти на 14 дней на карантин, но мы можем этого себе позволить, вы должны работать. И представляете, она, ей дали работать. Она это выступила, сказала, она такая была злая, в Ютубе есть. Что вот так вот. И самое страшное, это ходить в больницу в такое время. Девочки, в Китае сказали, дома сидят и дома сидят. Но наши же как медведи, шатуны, да, у нас вообще народ непослушный какой-то. И какой-то абсолютно неразумный. У вас коммуналка дорого? Коммуналка, ну, примерно, смотря сколько света я использую, от этого зависит. Ну, иногда я плачу 500 юаней, иногда 600. Зависит от кондиционера, от всего. Ну, около $100, примерно, около $100. А вы вроде в августе набирали. Ну, теперь все изменилось тогда. Откуда ж я знала, что весь свет будет переворачиваться? Дай бог, чтобы все было хорошо. Я бы не отказалась. Я, конечно, сама хочу это сделать. Сама хочу туда вернуться. И еще покайфовать-то, вот такое место классное, мне так понравилось там. Но поскольку
идет такая. Я в июне и в июле буду в Грузии, а в августе могу ехать куда угодно, если все будет нормально. Для этого мне без разницы, где быть, чтобы собрать группу. Лишь бы только была нормальная ситуация в мире, и все, больше ничего не нужно. Я хоть на Луне могу сидеть и собирать группу. А где служил ваш сын? Он в двух местах служил. Первый забыла, как называют, по-моему, первый раз его забрали в Красноярск, по-моему. А потом мой муж поехал, встретился там с каким-то генералом, попросил, чтобы его перевели поближе к дому. Вот. И ничего мы не платили, ни копейки он не платил, ничего. Просто пошли моему мужу навстречу, бывшему. Вот. И его перевели в Майкоп. И уже отслужил он в Майкопе, там закончил службу и приехал домой. Шутка про Зорро закончилась. А, понравилось. Так, у всех зависает. В Армении, в Грузии тоже сидят дома, да. Как же страшно сейчас в стране из-за пандемии. Очень страшно, но нельзя паниковать, от паники ничего хорошего не будет. Боже мой, я всю жизнь так далеко и ходила из-за этого банка, а он оказывается здесь. Ой, какое счастье, что я это увидела, какое счастье. Завтра прям сюда приеду. Ой, как здорово, ICBC 24 часа, супер, супер, ура, 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 очень рада. За 4 года все, вы знаете, что есть такая статистика, что в мире каждый четвертый человек должен умереть, вот. Кайма. В мире должен умереть каждый четвертый человек. То есть 25% населения должен умереть. Вот такая статистика. А так говорят, хотят некоторые люди, которые правят этим страшным миром. Страшные люди, которые правят этим прекрасным миром. Наоборот, все. Страшные люди, которые правят этим прекрасным миром. Когда-то, когда у меня был в Пекине магазин, у меня были несколько магазинов, и какая-то женщина пришла ко мне. Она врач, очень образованная женщина прям. Вот. И она сказала, что... А у нее денег не хватало. Она хотела купить пуховик, а у нее денег не хватало. Пуховик был какой-то дорогой. И я решила, думаю, господи, ну один пуховик последний остался. Чего ж, думаю... Человеку денег не хватает, и я говорю, сколько у вас есть, вот, пожалуйста, заберите. Тем более был уже май. И ой, она так была благодарна, думаю, и говорит, Мариночка, в знак благодарности я хочу кое-что вам рассказать. И она мне рассказывает, значит, она, во-первых, погадала мне. Очень круто все, что она сказала, что все сбылось. Вот, она мне предсказала тогда вот разрушение моей фабрики, она тогда... В этот момент я, конечно, ее не очень обиделась немножко на нее. Что мой сын разойдется с женой, он это тоже сказал. Много чего она сказала, то, что мне не очень понравилось, но это действительно все сбылось. И тогда она мне сказала кое-что. Что она едет с Тибета, и что они за землю молились.
И она 3 месяца была в Тибете, и они замолились за землю. Их была очень большая группа. А вот. Вот за таких людей действительно, таких людей надо ценить и уважать, которые за землю молятся, за других людей молятся. Добавим, добавим, добавим. Ожидание. 15 лимонные вафельки. Давай я. Со скрекеров нет, черт возьми.
акции. Может, вот такие взять попробовать? Вот такие. Тех нет уже все. К сожалению. Green tea and black tea. Конечно, мне те нравились безумно. Ждем, 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 но никто не добавляется. What is going on? Все. Марина, ты молодец, ты правду нам расскажешь. Даже Папу Римского пытались обвинять в заболевании. Я тоже хочу в Грузию сильно, но поеду осенью на Нартвелит, Билисоба. О, это прекрасное время. Твелит, Билисоба, это шикарное время в Грузии. Шикарнейшее. Вот сейчас думаю, взять мне вот эту вкусняшку или не брать нугу. Есть нуга, прям вкусная-вкусная нуга. Или не делать этого. Есть прям разное. Я из орехов. Каких только нет. Вот. А, из макадамии. Орехи макадамии. Макадамии. Ладно, не буду. Не буду, воздержусь. Я лучше возьму японские, мои любимые вот эти вот. Я их очень люблю. Green tea matcha. Green tea matcha. All right. Возьмем green tea matcha. А, я нашла свои любимые. Я нашла. Ура, ура, ура. Я нашла, но я не нашла ту, которую я люблю. Именно ту вот. С черным перцем. Во, я нашла. Все, от гринти я откажусь. Вот они, мои любимые. Вот они. Я их обожаю. Просто обожаю. Но я их люблю с черным перцем. Очень сильно люблю с черным перцем. Вот. Лучше я их возьму два, чем одну вот эту вот. Давайте. Вот они, вот это моя любимая, которая самая моя любимая. Они такие вкусные, боже мой. Боже мой, без них невозможно жить. Они просто переставили, видишь? Нашла, слава богу. Не зря приехала. А дети гении откроют новую планету, но жить там смогут не все. Да, сейчас со временем кто не идет, сейчас будет на самом деле очень сильный отсев людей. Вот те, которые не хотят развиваться, эти люди вообще попадают в риск вымирания. Они не смогут просто, они станут бомжами, они ничего не смогут сделать, потому что... Время цифровое, надо развиваться, быстрее надо соображать. И люди, которые вот вообще мало, плохо соображают, им не очень хорошо будет, это 100%. Больные, старики и люди, которые ленивые люди, обязательно будут в риске, обязательно у них будет, они попадают. Риск вымирания и опасности. Это правда. Хоть ругайте меня, хоть не ругайте, это так, так и есть. Это так и есть. Так, 4% молоко. Может взять мне? Ой. 4%. Не мемхао, чего шо ню най ма? Шо ню най ма? Ты ма? Так.
Milk Talk. Это сколько? Это корейская. Ох, 42 юани. Нифига себе, дорогое молоко. Но это, видимо, натуральное. Прям совсем. Fiancé Milk. Одна стоит 470 примерно выходит. 470 юаней. Это очень дорого. Такая дорогая, прям очень дорогое молоко. А я куплю китайскую за 18. Тоже очень хорошее, неплохое молоко вот это вот. За 180, ну 200 получается по вашему сегодняшнему курсу. Вот. Офигеть, как дорого. Это 39. Тоже какой-то производитель очень. Сколько процентный? Это стоит, ну, где-то 450 рублей. 120 миллиграмм. А, нет, 720. Коровье. Синемядер. Ну, дорого, дорого. Сколько процентный, не написано даже. Жирность. I'm sorry, it's so expensive. Так, то не будем брать. Я так хотела фасоль взять, по-арабски поехать, а я приехала сюда. Нафига я сюда приехала? Надо было ехать за фасолью. Я так хочу фасоль, прям лобью. А, у меня же есть, ой, очень, у меня есть вкусняшка, я же такой, я купила шикарное мясо. Сегодня мне надо ее приготовить, я думаю. Так, Марина, как вы пропустили, как иностранку? И все же вы пошли куда хотели. Так, висим, девочки говорят, висим. Любаша, а что тут? Ну сколько можно этот вопрос задавать? Вот. Ой-ой-ой, здесь были такие витамины, а сейчас их уже нету. А, нет, они есть, слава богу, они есть. Ладно, мои хорошие, я выйду, зайду попозже. Целую каждого из вас. Пока-пока, хорошего вам дня.